Неважно. И не бросай меня. XX, с вами Беливикс. Всем привет. И сейчас я нахожусь с главным. С кем? XX, с вами Беливикс. Всем привет. И сейчас я нахожусь с главным спонсором компании Bosco Russia, Анастасией. Поприветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами я, Анастасия. И со мной моя самая лучшая подруга Беливикс ТВ. Здравствуйте. Сегодня мы будем снимать видео, как мы будем есть вот такие вот странные конфетки, которые или со вкусом каких-нибудь пряностей, фруктов, всякого такого, или с рвотой, со слюнями, не знаю с чем. Но мы прочитаем. Да, и это вторая часть Bean Bozzle Challenge. Настя уже рассказала главный смысл этой, скажем так, игры. И давайте начнем. Первая часть уже на канале, вы можете посмотреть, кликнув сюда, если вы с компьютера смотрите это видео, или же в описании будет ссылка. Ну а мы начинаем нашу вторую часть. Пау! 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 Поехали! И сегодня мы будем пробовать конфетки из этой коробки. Поэтому открываем и высыпаем конфетки в нашу тарелку. Ух ты, как громко, боже мой. Готово. И... Упс. Неважно. И чтобы усложнить нашу задачу, мы будем пробовать конфетки с закрытыми глазами. Мы будем угадывать, какой же это вкус, и это будет намного интереснее. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Поехали. Первый раунд. И наша задача съесть конфетки до конца. Ну, по крайней мере, попробовать. Ты пробуешь? Нет, еще пока. Это очень сладкий вкус. Ну, ты бери пока. Это груша. 100% груша с таким вкусом. Очень приятно, на самом деле. Я не знаю, что это, но мне кажется, это собачий корм. Открой глаза. Да, это собачий корм, но я его уже пробовала. Но по стечению обстоятельств. Поэтому я его съем. И второй раунд. Па-дам! Я что-то взяла. Не страшно. Так, я надкусила. Боже мой! Это тучи-фрути! Это трава. Это зелень, это... Это ужасно. Но я это съем. Это правила игры. Вкусно. И когда пробовала, мне казалось, что это баблгам. Но еще застревает в зубах. Мне кажется, это уже не тучи-фрути. А что же? А на цвет посмотри. Вот это, походу. А, это вонючие носки? Блин! Да нет, наверное, тутти-фрутти. А какой сладкий был или такой вонь? Не знаю, как. Двухнедельные носочки. У нас третий раунд. Поехали. Я уже... Люди, я боюсь. Так, я надкусила. Это что-то... Фу, трава! А я еще такое не пробовала. Это кажется рвота. Давай чокнемся и проглотим эту гадость. Боже. Ужасно. О, господи, какой пошел сильный запах. Алиса после этого надо почистить зубы. Это были носки двухнедельные. Но мне показалось, что рвота. Вот по вкусу на самом деле очень похоже. Ну что ж, мы продолжаем. Я боюсь очень-очень сильно. Ой, я случайно посмотрела, что это. Но мне, честно говоря, еще страшнее стало. Я съем этот, я съем! Боже, это смертельный номер. Ты не представляешь, что у меня. Я уже все выплюнула. Что у тебя? Мне кажется, был подгузник. У меня рвота. Пау! Пау! А я еще как дыхну на тебя. Нет, не только не ты, не бросай меня в этот ровный час. Дориме, интеримо аджапаре дориме.
честно говоря, сейчас правда чуть не блеванула. Не повторяйте это дома без помощи родителей. А что? Можно еще родителей покормить. Боже. Да, покормите свои родители. Так, поехали. Поехали. Не, ну это вот либо попкорн, либо продукты. Это? Мы даже различить ничего не можем. Ой. Это был собачий корм. Ужасно. Очень вкусно. А сейчас раунд, и мы будем есть с открытыми глазами. Мне кажется, это даже страшнее, чем с закрытыми. Что мы будем есть? Давай протушим яйцо. И посмотрим, какого это цвета. Нет, вот, смотри, беленькие с... Беленькими желтыми крапинками. Запомните, а их тебя... есть нельзя. У тебя больше с желтыми крапинками. Ну, хочешь поменять? Нет, я уже съем это. Давай. Тебе не повезло, я еще не ела. Да давай уже пробуй. Я еще пока не раскусила, но мне уже неохота. О, попкорн. Белая полоса жизни у меня прошла. Ну как? Что-то не нравится мне этот попкорн. Да что, уже поздно дыхнула. А теперь я предлагаю съесть либо тутти-фрутти, либо вонючие носки. Это безумно вкусно. Я чурю. А я чурю, вот, может быть, шоколадный пудинг, я не знаю. Давай. Ну, я попробую. Я раскусываю и не понимаю, что это. Фу, прекрасные носочки. Ну, Алиса, всегда. Все самое прекрасное. Мы практически все съели. У нас остались тут вот такие вот две синенькие конфетки. Может быть, Алисе достанется что-нибудь это хорошее. Это голубика или же зубная паста. Я пасту хочу, честно говоря. А мне уже все равно. Главное то, что это самая лучшая конфета в этой коробке. Чокаемся. Хоть бы паста. Паста. Паста! Голубика. Голубика тоже хорошо, она как раз очистит все. Фу, у меня... Паста мятная. Фу, да? Аллергия. Ой. Она еще к зубам прилипла. А я раскусываю, да. На самом деле очень вкусно. Безумно. Спасибо Алисе за идеальный ужин, после которого я разбухну как... Фиг знает что. Или кто. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Итог. Осталось 0 конфет. Подожди, подожди, может там еще есть? Шучу, конечно. Тарелка полная всякой нашей роты. Не будем это вам показывать. Пустая чашка из-под воды. И море счастливых эмоций. И полный рот. Ну вот, и как вы поняли, на этом наша вторая часть Bean Boozled Challenge подошла к концу. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Также напиши в комментарии, какая конфетка твоя любимая. Хотя, что за фигня? В общем, напиши в комментарии, как тебе наше видео, наш челлендж. И обязательно подписывайся на канал. И be cool and crazy. Пока-пока!